Міжнародний день сім'ї щорічно відзначається 15 травня. Встановлення цього дня покликане для того, щоб звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім'ї. Сьогодні спробуємо дізнатися думку миколаївців, яке має значення сім'я в наш час. Ну, жена, діти. Хто має бути головою в родині? Должен бути муж. Ну, не завжди це виходить. А чому? Потому что жене бывает тяжело что-то объяснить, чтобы она поняла. И она на своем, и получается, что как бы уже не можешь ее переспорить и что-то еще. Получается, она главней время от времени. Я считаю, что не должно быть ни мужской, ни женской работы. Тот, кто лучше эту работу делает, пускай он ее делает. Бывает же, мужчины лучше готовят, чем женщины. Бывает, что женщины лучше там розетку отремонтируют, чем мужчина. Если он профессионал в своем деле, пускай он это применяет и дома. В первую очередь, это полноценная семья, где два родителя воспитывают детей в первую очередь. Ну и где есть любовь, самое главное. Семья – это основа общества, это испокон веков. Муж, жена, дети и так далее. На этом, собственно, зиждется и государство, и все остальное. Крепкой, здоровой семьей, спортивной семьей, да. Заниматься совместно спортом, бегать, велосипеды, парусный спорт, там, пляж, яхта, ну все такое. Весь тяжелый труд – это мужчина. И готовить тоже он должен, мужчина, да. Мне, например, достаточно двух человек, то есть двух партнеров, а дети – это как бы лично мне это не важно. Я поменял карьеру на семью. Я считаю, жена должна любить так мужа, чтобы он делал все для того, чтобы она его любила. А кто у вас голова родины? Ну, муж. Ну, и я какие-то решения в своей сфере, да, принимаю. Я человек, мама, его батьки. Кто вирішує більш такі нагальні проблеми? Я. Я чоловік. А як так сталося? Чоловік на роботі заробляє гроші, а я вирішую всі проблеми. Сучасна родина повинна состояти на первоначальному етапі, коли вона зарождається, хоча б із 5-6 чоловік. Тобто у нормальної сім'ї повинно бути четверо дітей. Четверо і вас двоє, шість. Ось це сім'я. Все остальное – это не семья, это так. А потом дети вырастут, они пойдут, вы останетесь вдвоем, они будут к вам приходить. Все, мы не живем, как, будем так сказать, страны Востока, где семья там сразу живет 3-4 поколения в одном доме. Мы так жить не будем. Но семьи должны быть большие. Это маленькая не семья. До нашої студії завітала наша постійна гостя, сімейний психолог Анна Демір-Палат. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні тема така – Міжнародний день сім'ї. Як ми можемо провести її без вас, без сімейного психолога? Отже, от питали у вас, яку тему обрати, да, от що зараз актуально серед сімей. Ви сказали, що сім'я – це система, системний підхід. Знаєте, от я людина не сімейна, але мене ще зацікавило, от як це сім'я – це система, і що усі проблеми, можливо, що все відбувається, все йде по ланцюжкам, вам слово. Як не зробити збій у цій системі, тому що це так часто буває. Вообще этот подход сегодня очень активно развивается. Действительно, вот в Европе он становится одним из лидирующих. Подход психотерапевтический, который рассматривает семью как систему. Но сам подход зародился не сам по себе, то есть не с... Он начался не с того, что работали с людьми и с семьями, а он начался из очень интересных наук, из кибернетики, из биологии. Ого. Да. Биология еще добрая, кибернетика. Наш знаменитый, да, ученый Владимир Вернадский, вот он как раз рассматривал, да, системы. И много ученых, они сделали определенные выводы именно про системы, пока не про семью, да, про те закономерности, которые есть в системе. И тогда уже психологи, когда начали работать с семьями, стали наблюдать, что на самом деле, когда работаешь с одним человеком, то это одни возможности помочь человеку, да? А когда подключается к этой работе родитель или еще какой-то член системы, то есть семьи, то взаимосвязи начинаются, то есть как-то влиять так вот по-другому.
И если говорить про семью как систему, то она тоже является определенным неким таким-то организмом, системой, которая имеет свои законы, закономерности. И когда к нам, к психологам системным, приходят люди, то, например, говорят, у нас такая-то проблема, или у нас такой-то проблемный член семьи, да, никогда мы не будем смотреть на него, как только вот он и есть проблема. Потому что, смотрите, на самом деле любое заболевание в организме, оно же не формируется из-за какого-то одного фактора. Да? Это действительно всякие различные влияния факторов, связи, которые системно функционируют и формируют вот это заболевание. Точно так же и в семье, если есть какой-то симптом, если есть какое-то поведение, какое-то отличающееся, которое мешает уже семье, да, то это говорит о том, что дисфункция или, скажем, некое такое что-то происходит в семье, в самой системе, что это формирует. Если говорить еще про вот семью как систему, сами кибернетики, да, биологи, они говорят о том, что система – это всегда не только члены этой системы, да, или элементы этой системы, это всегда нечто большее. И вот здесь вот интересно очень, мы говорили сегодня про климат немножко, да, с девочкой, то есть климат в семье, про погоду в доме. И вот действительно, вот это что-то внутри, вот этот климат, который там существует, это то-то, вот то третье, что-то нечто большее. Системные психологи называют это по-разному, то есть это те взаимосвязи, что существуют между членами семьи. Это то эмоциональное поле, которое между нами есть, но которое мы не видим. Но оно неимоверно важно, потому что оно тоже есть. Да? Кроме того, в системах всегда все взаимосвязано. Правда? То есть если, например, возьмите любой клеточный организм, да, то есть впусти в эту клетку что-то, какой-то инородный какой-то элемент, сразу же начинаются какие-то реакции, да, правда? Да, вот. Да. Или там какой-то из элементов начинает себя как-то по-другому вдруг вести, сразу же реакции. То есть и это говорит о том, что внутри системы все взаимодействует. Что-то поменялось, обязательно что-то поменяется внутри системы. Так, тепер я зрозуміла, так, що кожен член сім'ї – це окрема ланка системи, і від кожного все залежить, так, да, що да. Просто так нічого у нас не виникає в сім'ї, це все від когось пішло, хтось почав, та ланка зламалася десь, так, чи… Да, то є существує замість, да. Говорити про клімат, якщо пішов дощ у родині, скажімо так, ну, чи серйозно, такі найпоширеніші проблеми у сучасних сім'ях, от такі, з якими ми стикаємось найчастіше. Ну вот смотрите, всегда обращаются, да, по нескольким проблемам. И сразу могу сказать, что вот выделяют вот таких вот 4 фактора симптоматических, которые формируются не сами по себе, да, то есть, ну, приводят же, например, детей, да, то есть с самыми различными симптомами. Очень часто вот есть такое понятие, как невротический симптом, то есть, например, ребенка там глаз дергается, он чешется, или он... ну, имеет, например, какое-то покашливание постоянно, да, то есть очень разных вот таких вот разных моментов есть. Есть такие заболевания, может быть, детские, вы слышали, да, то есть НРС, НКПРС, да, недержание мочиночное. То есть сейчас, раньше считалось, что это чисто физиологические заболевания, сегодня уже и сами врачи понимают, что здесь очень много не про физиологию, да. То есть вот какие-то симптомы, которые, иногда это также заболевание, даже заикание, да, то есть это тоже один из симптомов, их много, их целый ряд, да. То есть смотрите, есть симптом заболевания ребенка, есть поведение ребенка, да, то есть вот агрессия, или там себя плохо ведет, или, например, не только ребенка, а кого-то из членов семьи, например, кто-то там увлекается, стал сильно работать, заниматься, на семью не обращает внимания, или там кто-то сильно много сидит в интернете, в соцсетях и только в них, да, то есть или компьютерные игры, или ребенок, или там, ну, часто прошу прощения у пап, часто на них жалуются, что вот папа тоже сидит и в игры играет, да? Так, вот. Да. Ну, то есть, как бы, такие частые обращения. Кроме того, еще из, как бы, третьих, да, вариантов, это уже, например, какое-то поведение или заболевание одного из супругов, да, то есть, вот. И четвертый вариант, это какие-то вот очень необычные вещи. Например, мы с вами говорили, у нас была тема измен. Да. Это вот тоже один из таких вот симптомов, который говорит, что нет, в этой системе не кто-то, кто-то изменил, да, например, вот он четко виноват в этой единый элемент этой системы, который это все создал.
Нет. Ні. Да, в этой системе что-то так происходит, что формируется вот это третье. И вот если говорить про семью как систему, очень интересный момент, да, что вот это вот эмоциональное поле внутри системы, оно как бы как некое напряжение, часть, которая вот идет вместе с нами. И, например, если кто-то говорит, вот есть у меня девочки, две сестры, вот все, я уеду учиться, там все, я ее брошу, уже все, у меня будет все хорошо, у нее будет тоже все хорошо, она будет без меня прекрасно жить, а я уеду, буду учиться в другом городе, и все будет у нас хорошо. Но на самом деле с собой мы везем вот это вот эмоциональное поле. Как бы мы ни хотели, если мы не обрабатываем вот этот внутренний климат, который у нас есть, если мы на него не хотим обращать внимание, мы его с собой везем туда, куда бы мы поехали. Хоть в Африку, хоть на Майами, с нами будут происходить ситуации, потому что есть задачи определенные, которые сформировались. Вот этот климат сформировался, то есть вот это эмоциональное наше поле, точно так же можно говорить, оно, например, в классах, да, оно тоже могут, дети могут больше драться, где-то больше, хуже взаимодействовать с друг другом, потому что все, каждый ребенок из семьи и несет вот это эмоциональное поле. И если оно там смешивается, представьте, какая смесь получается, да, вот такая. Выбухова, так, а что же нам работать с эмоциональным? Да. Вот с этим полем, конечно, задача обратить. Всегда признаки – это какой-то симптом. То есть вот это вот напряжение, если оно уже не выдерживается, например, вот супруг и супруга несут какую-то часть напряжения из своей семьи. То есть они там какие-то, есть установки у семьи, да, есть какие-то убеждения, что семья должна как-то так функционировать. Вот жена должна сидеть, например, дома, установка, да, ничего не работать, но, например, вот… Думаю, на перших этапах взагалі, ну, створення сім'ї – це виникає щось. Очень много установок. Тебе, да, так, да, 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 да. А ти должен зарабатывать деньги, а я должна сидеть дома. Спробуй мені не принести. Да. Да? И вот, например, смотрите, насколько эта установка работает, да, на сегодня, когда мир меняется, столько всего много интересного появляется, когда и женщины развиваются, и мужчины. Вот просто подумать, насколько для меня, пусть, если в моей системе, да, потому что системы разные, и мы позволяем, системы могут быть, какие они есть, это природно, они создаются долго, да. У системы, кстати, как и у семьи, есть некий такой параметр, как исторический. Мы также взаимосвязаны. Если у нас нет семьи пока, да, то есть мы свою не основали, но у нас есть собственный род, из которого опять же идет вот это эмоциональное поле, которым у нас оно есть, да, и оно может быть тоже недоработанное или доработанное, и тогда я буду легче как-то коммуницировать или хуже коммуницировать, да, вот, и тогда задача понимать, что вот то, что происходит в системе, это никогда не только кто-то один. Да, вот самое главное понять, а что же посмотреть, делаю я такого, да, а что же кто-то еще делает, а что вообще происходит в нашей системе. Вот, например, есть в системе такое понятие, как границы. Любая клеточка, да, клеточный организм имеет какую-то оболочку. Граница это какая? А если она будет сильно жесткая, будет ли питаться организм? Не будет. Если она вообще не будет, клетка распадется, правильно? То есть не может быть. То есть должна быть какая-то мягкая вот граница, вот как в природе, да, в биологии. Точно так же и в семье. Если семья будет выдерживать, стараться вот эти вот жесткие только границы и не смотреть, что уже-то все поменялось в мире, то есть мы не должны быть четко закрыты. Кто-то говорит, в нашу семью гости приходить не будут. Например, есть у меня такие фразы иногда от родителей, да, вот зачем моей дочке или там моему сыну друг, если я друг, да, то есть зачем, то есть, ну, не будет никого в гостях, зачем это не нужно, но это да, это все-таки про взаимодействие, и, например, если кто-то закрывается, то обязательно можно предполагать, что какая-то дисфункция внутри этой системы, да, будет формироваться, причем это закон, это закономерности, которые научно наблюдались, и поэтому просто про это закрыться и сказать, со мной такого не будет, я все проконтролирую, ну, это... Не знаю, взять на себя функцию Бога, что ли, как бы, что я все могу, и я всемогущий такой, да? Вот. Все ж таки, от, давайте закріпимо, да, так, наостанок правила, що робити, щоб наша сімейна система працювала правильно. Вот. І якомога, от, от що Благодаря, робити? Щоб знаєте, як я у лікарів запитую, методи профілактики захворювання, так, і от щодо сімейної системи, може є якісь... Смотрите, я в последнє время, от, дійсно, работая з людьми, поняла, що от приходять ко мені люди, да, і вони розказують, можуть рассказать какую-то серьезную проблему, интеллектуальные взаимосвязи, как она возникла, кто что виноват, когда, где, кто возник там, да, то есть вот это все. Оно на меня так грузится, да, грозой. Так климат такой и у меня тут начинает возникать дождик, да. Но когда я понимаю, что это всего лишь что-то внешнее, когда внутри есть что-то более важное, я поняла и говорю всегда людям, поймите, нет, ничего не важно, никакой у вас дом, никакой у вас там статус в обществе. Важно то, как вы общаетесь.
что внутри вашего общения, какое оно, вот как вы взаимодействуете. И мне достаточно этого, посмотреть, как люди взаимодействуют, и я уже понимаю, что в семье происходит. Угу. Посмотрите, как вы конфликтуете, и уже можно понять, сколько вы имеете силы вот этой эмоциональной, чтобы выдерживать и нести, как бы, именно действительно формировать систему, которая будет именно функционировать благополучно. Да, то есть вот качество этого взаимодействия, и говорит, это и секрет, обратите на него внимание. Чтобы действительно этот климат был лучше, нужно обратить именно на общение внимание, на отношения внутри семьи. Тобто спілкування – залог правильної системи. Ну, очень много. Да. Дякуємо вам. Анна Демір-Пилат, психолог, сімейний психолог. Сьогодні говорили на сімейні теми, завітала до нас. Як завжди, лаконічно, чітко і практично беріть до уваги рекомендації, бережіть свої сім'ї. Ми вам дякуємо, гарного вам продовження дня.